В Махачкале продолжается снос самовольных построек. На улице Лизы Чайкиной, а также в поселке Семендер демонтировали незаконные многоэтажные здания. В мэрии Махачкалы отмечают, что за последние 3 недели было снесено 10 объектов самовольного строительства на территории города. Работа по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов капитального строительства будет продолжена. Сегодня мы приступили к демонтажу незаконного многоквартирного дома, возведенного по адресу улица Лизы Чайкиной. Данный дом подлежал демонтажу на основании судебного решения, в связи с чем данную работу совместно с нами проводит Федеральная служба судебных приставов. На сегодняшний день также запланировано еще 3 объекта, расположенных на кировской территории города Махачкалы.